считаем данное решение незаконным, оно будет обжаловано в суде кассационной инстанции, при необходимости обжалование будет продолжено в Верховном суде, при необходимости дальнейшее это дело, если мы не найдем поддержку со стороны судебной власти в Российской Федерации, то мы вынуждены будем обратиться в Европейский суд по правам человека для защиты свободы слова, которая сегодня решением суда, по нашему мнению, была просто растоптана. Мы представили доказательства того, что информация, размещенная на сайте, является общедоступной, она была собрана законно, все сведения являются достоверными, правомерность получения этих сведений подтверждается заключениями специалистов, экспертов. Все в один голос говорят, что нарушений закона не было. При этом суд, вероятно, пошел на поводу у Верховного суда и, наверное, усмотрел какое-то указание и вынести вот такое решение. Я думаю, что это была ошибка, и мы постараемся эту ошибку исправить в последующих инстанциях.